К слову, президент США подписал повторный указ о запрете въезда граждан мусульманских государств на 90 дней. На этот раз в этом списке 6 стран, Ирак из него исключили, и обладателям действующих виз США дорогу перекрывать не будут. Запрет также коснется беженцев, прием которых приостановлен на 120 дней. Напомню, предыдущий указ Трампа признал незаконным Федеральный суд Соединенных Штатов, и по всей стране тогда прокатилась волна демонстраций против такого решения президента.